А эту и другие игры вы можете купить в моем магазине игр Alex Store. Ссылка в описании. Всем привет, народ, с вами Алекс Фреш. Мы продолжаем проходить SnowRunner и карту Северная Каролина, которая пройдена на 45%. Итак, у нас еще не выполнено 5 миссий с учетом вот этого логирования. Я посмотрел на карте, короче, реально, вот тут нам нужны будут эти дрова. Я надеюсь, что эта миссия когда-нибудь отработает до того, как мы выполним вот эту. Я надеюсь. Но я не уверен. Вот, собственно, что. Я предлагаю сейчас жестко пройтись по этим, как их зовут. По обычным миссиям. У нас тут, в принципе, всего хватает. Так, бревна нам пока что ничего не дают, поэтому я думаю, что можно забить на них. И заняться чем-то... чем-то полезным. А где запасные части, кстати, взять? Тут? Так там их нет. Серьезно? А, в натуре. Хм, прикол. Так, понятно. Блин, ну 4 штучки я могу привезти. Нам же как раз нужен лесовоз. Коротыш. Коротыш, точнее, под короткие бревна, но с краном. В теории мы можем взять четверку и грузануть ее этим барахлом. И как-то доехать. Так, а что? А у нас на четверку ничего нету. Надо купить то, что подойдет под четверку. С длинной рамой что-то нужно. Нужно что-то с длинной рамой. Ну, скауты вряд ли, да? Да, получать что-то из тяжелого. Из тяжелого, ну, вот это вот вряд ли. Точно нет. Сомневаюсь. Вот это барахло точно может. И вот это. Но это, по-моему... Да, полного привода у него нет. Вот это чудовище может быть может. Полный привод возможен. Так. Купить. И нужно купить вот это вот безобразие. Купить. Так, теперь. Теперь. Ну, это подлез под такой выглядит веселее, конечно, с его проходимостью. Так, а чё по баку у нас? 510. Ёптвою. Ну-ка, а можно? Надо проверить. Так, пожарный бак нет. Платформа нет. Укороченный, средний, укороченный. О, отлично. Установить. Так, все, тогда можно делать. Тогда можно делать движок самый заряженный. Карабасик улучшенный. Шины. А, блин, так сток 71. Ну, хотя нам ничего возить на нем не нужно. Нам нужна проходимость. Короче, это топовое. Купить. Улучшенное тяжелое. Одну запасочку. Шноркель можно поставить, чтобы был, но вряд ли на такой тачке придется им воспользоваться. Так, здесь все установлено. Так, а барахло какое-то можем? Во. Купить. Разное что вот еще. Это нам не нужно. Так, а бампер... Ага, бампер надо поменять. У нас бампер дебильный. Ну, вот какой-то или такой, или укрепленный. Но тут типа защита какая-никакая есть. Непонятно чего, конечно. Ну, пусть такое будет. Выглядит немножко поинтересней. Так, ну, выхлоп пофиг. Поставим такой. Диски, как бы, я даже не знаю, что выбирать. Установить. Так, передний бампер. Передняя сторона. Что это такое? Ну, козырек можно для прикола поставить. Так, раскраска. Белый с красным. Сойдет. Так, назад.
покинуть. О, блин, это ж надо за прицепом ехать. Ну, за 500 км. Ну, а что поделаешь? Запасные части нужно тянуть туда. Нужно тянуть. А бытовки где взять? А бытовки есть у нас? Бытовок нет. Ну, блин, так может и нет смысла. Так, надо заново посмотреть все. Может, мы куда-то другую сейчас лупанем там. А здесь у нас доступ на склад. Какой-то склад будет. Но металлические балки у нас и тут есть. Ладно, пусть тогда пока что постоит. Ну-ка, следить. Нам только балки остались. Давайте сейчас сгоняем на Western Star за металлом. Как раз он на этой карте есть. Хотя подожди. Учитывая, куда нам ехать за металлом, возможно, мне проще за ним сгонять на соседнюю карту. Тут везде асфальт. А тут что у нас? А, проще. Не проще, прицеп-то здесь. То есть нифига, значит, не проще. Но в теории, кстати, на Western Star можно тут по железке проскочить. Сейчас попробуем, наверное, это сделать. Прицеп пока что здесь бросаю, не буду его трогать. Попробую проскочить на Western Star по железке, чтобы сэкономить время. И металл тогда возьмем сверху, раз у нас тут небольшие проблемки возникли с этим делом. Потому что обратно возвращаться, ну, это будет далеко. Проще реально уже будет там взять. И можно будет сразу этот поезд запоздалый чекнуть, если что, понагружать на тех же домах, которые на разборку. Понагружать еще барахла всякого. Потому что как бы складик, я не знаю, что тут будет. Но это будет полезно. Ну или как минимум новая миссия откроется. Если там ничего полезного не будет. Отлично. Так, железка есть. Есть, есть. Супер. Так, ну, едем по железке. Надеюсь, пенечки тут не встретятся. И кусты мне таймыровские не подбивают колеса все. Спасибо. Только об этом сказал, надеюсь. Ну, а помедленнее гнать по этим кустам, наверное. И все равно газ в пол давлю. Так, как мне тут спуститься? Туда не вариант. А мы на автомате, нормально все. Ну, я думаю, тут же сейчас спустимся, где мы спускались на скауте. Сесть в теории не должны. Опрокинуться. Ну, опрокинуться должны. Собака. Так. Что нам поможет? Эти не помогут, у них топлива мало. Вот эта фигня. 35% топлива, может, доедет. Если доедет, я думаю, его будет достаточно, чтобы попрокинуть машину обратно. Но при условии, что он доедет. А доехать он может и не доехать. Так, давай на автомате топи быстрее. Не хочу допихать его в гараж. Потому что у нас как бы там прицеп валяется. А мы его тупо опрокинули нафиг. Кстати, ремонтик у нас тут есть. Как раз можно будет, если поставим на колеса, можно будет отремонтировать. Нам туда главное доехать, потому что топливо все, что мы с него сможем слить, чтобы поставить себя на колеса. Но я не думал, что упаду.
Так, вот, железочка уже рядом. Блин, камера как-то так смотрит, будто... Вот откуда, с прицепа или с заднего бампера, что ли? Центруется на заднем бампере. С одной стороны, удобно с расстояния на это все смотреть. А с другой стороны, камера поворачивает, что выглядит странно. Чё за нафиг? Ага. Ну тут только толкать, значит. И чтобы он на колеса встал, потому что я ж его не объеду никак. В задний мост попробую стукнуть. Главное, чтобы он вниз не улетел. Нормально. Блин. Так, пересесть. Ёп, ты куда ты, блин, да я ж только сел. Черт возьми. Обосраться, не встать. Это было стрёмно. Так, мне нужно сейчас тут срочно как-то вывернуть, потому что шанс подъема здесь есть. Только нужно включить все свои эти все помощники. Задний привод, диф. И в дерево сейчас не воткнуться, в которое я воткнулся уже. Че, может попробуем тогда развернуться как-то? Чтобы мордой туда вырулить. Кусты мощные. Кусты прям пипец мощные. Так, сейчас на камушке возьму чуть правее и заверну сюда. Чтоб угол был повеселее меня. В повороте. Замечательно. Просто замечательно. Сейчас надо чуть вперед протянуть и отремонтироваться. Так, пересесть. Ремонт. Подвеска — самое слабое место. Так, ну, колеса некому. Топливо, я думаю, что можно, в принципе, наверное, свое перелить туда. И все. Блин, идеально как. Просто идеально. Так, ну, этот будет уже эвакуация. Обратно. На этом можно дубасить. Отлично, подремонтировали зато. Хоть какой-то плюс в этом всем есть. Так, тут, по-моему, что-то справа торчало, поэтому нужно крайне аккуратно тут проехать. По кустам пролетал, что-то видел. Ну, нам прям повезло. У нас что-то Western Star жестко начали застревать. Этот на бок завалили, потом вниз скатился. А потом этот, как его зовут... Тот еще, который двоечка у нас. Тоже там между скалами зажало в прошлой серии. Короче, не скучно. А че он не едет? А, он вроде поехал. Кстати, наверное, следующую миссию все-таки будем выполнять, наверное, дрова. Почему дрова? Потому что, как бы, это ж сюжетная миссия. Значит, после нее могут другие открыться. Поэтому нужно будет реально что-то все равно придумать с дровами нам. Опс, больно. Есть.
Так, можно автоматик чуть-чуть бахнуть. И у нас, по-моему, немножечко темнеет. Сейчас два металла, короче, грузим и посмотрим соседнюю вот эту миссию, там, где нужно вот сюда нам привезти барахло. Мы еще сюда подвезем немножко, чтобы одной ходочкой сразу. Загрузим максимальный загруз. Все, что можно будет. Так, ну нам две балки, получается, туда. На фабрику. Отлично, выскочили. Так, здесь думаю, что можно остановиться где-то. Потому что сейчас нужно будет активировать ту миссию и посмотреть, что нам нужно. Так, эта миссия была... Мне где-то поезд запоздал, да? Ну-ка, следить. А, ну у нас кроме металла ничего и нет здесь. Кирпичи. Ну, кирпичи куда-то нужны будут когда-то. Так, а стоп. Сколько металла? Один металл. Два металла. Зараза, нажмись. Четыре металла. О, а деревянные доски, по-моему, кстати, я тоже где-то видел. Где-то я видел деревянные доски. А где это было? Не здесь. Здесь у нас все четко. Тоже не здесь. А где были деревянные доски? Далеко. Далеко. Деревянные доски две штуки. Так, хорошо. Деревянные доски две штуки. Бетонных блоков нет. А, ну я сейчас просто посмотрю на размер. Смотрите, у нас же тут тачка есть. Мы на нее можем деревянные доски загрузить. Так что сейчас 4 металла забираем, а на доски я просто посмотрю на размер их. Если там размер двоечка, то хз. Можно сгонять, наверное. А, подожди, так там просто же деревянные доски. Они, походу, на два места. Хотя бетонные блоки все равно тоже нужно откуда-то притянуть. В принципе, можно грузануть все это дело и потихонечку повезти. Как раз нам оттуда будет крайне удобно мимо Анка заехать дальше. Да, загрузить. 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 А бетон потом привезем когда-нибудь. Так, я сейчас просто зацеплю перед собой где-то, потому что нам кучу нужно грузить барахла этого всякого. Поэтому я просто, чтобы оно как-то было с нами, так сказать. Все, поехали на следующий. Так, это нам нужно еще три металла и... А, доски все уже забрал, получается. Значит, три металла и все. Жесткий фриз, это значит, что нам нужно мотать время. 13 часов сойдет. Так, ну-ка, тут один металл или два? Надеюсь, один.
Это было бы удобно. Один, замечательно, все. Чтоб краном два раза не работать. Так, он по той стороне, понял, поехали. Блин, не видно издалека вообще ничего. Так, это мы бросим как-то так. Загрузить. Это будет чертовски неудобно это все делать, но на что поделаешь. Нужно сразу развернуть, подвинуть и сделать так, чтобы они лежали так, как мы будем их упаковывать. Потому что мы сейчас сразу две разгрузим, и чтобы сразу не загружать их потом, проще их положить ровненько сходу. Сойдет. Так, подожди, нам же нужно еще одну загрузить. Есть. Поднимай давай. А, подожди, надо же эти сдвинуть. А то мы сейчас эти вообще нафиг столкнем. От зараза. Ровно становиться нужно для такого действия. Все. Супер. Теперь эти можно забирать. Отлично. Просто замечательно. Так, и вот эти доски с собой на кран. Поехали. Потихонечку поехали. Единственное, что главное сильно не гнать, чтобы не разгрузить вдруг. Потому что у нас прицеп как холодец сейчас будет играть в разные стороны. Но самое сложное это будет грязюка-то. Это между асфальтированной дорогой. И там будет крайне неудобно. Ну, надеюсь, проедем. В принципе, ехать нам 2 метра. На самом деле можно было 2 раза и съездить. Чем так грузиться, но тоже такое дело. Вы же сами понимаете. Так, это нам останется 2 бытовки и 4 запасных части. Оно же, кстати, где-то же, по-моему, мы открывали производство бытовок или не открывали нифига. На прошлой карте у меня такое ощущение, что мы открывали производство бытовок. Так, а как нам тут ехать, чтобы не начать падать на бок? С виду так, будто реально можно завалиться куда-то.
Повышаечка. На дифе надо дубасить. На повышайке не вывезет. Тут главное самому сейчас еще подняться, а то можем и не выехать. Зная наш опыт. Замечательно. Так, все. Приехали. Сейчас на разгрузочку и можно двигать дальше. Кстати, блин, так мы можем этот на Анг прицеп грузануть, на Анге отвезти. У нас же там прицеп как раз таки халявный стоит. Пустой. Можно реально Анг с прицепом гонять. Разгрузить. Все. Так, карта. Как мы будем ехать дальше? Вопрос. Нужно миссии приключить обратно. Как иначе? Или как она там? А как качать дальше? Ну, в принципе, выбор не особо велик. То есть нужно вот тут по этим говнам. Ой, я окно, надеюсь, не нажал. Вот по этим говнам вот сюда. Здесь у нас, по-моему, холмик. И... проехать, скорее всего, возможно, но лучше, наверное, не пробовать. То есть нужно будет вот тут свернуть и выехать вот сюда. Потому что вот тут по говнам я не хочу кататься. Так что сейчас будем так и делать. Поехали. Главное, что этот металл довезли, все, но может терять тут нечего. Все у нас четенько держится. Лебедкой пользоваться вряд ли придется. Короче, все классно. А, единственное, что, подожди, надо кран опустить по-человечески. Все, прижать. А то сейчас будет болтаться, потом еще перевернемся из-за этого. Так, снова вечер наступает. Ну, я надеюсь, до вечера успею, до фриза этого мощного. Кто там просил ездить из салона? Так, автоматик, полетели. Главное поворот не проехать. Это у нас, по-моему, прямо перед мостом должен быть. Короче, на Анке можно будет вернуться и все. И грузануть его немножечко. Хотя посмотрим, может нам куда-то еще нужно будет что-то с того склада. Может мы еще сами поедем. Кто его знает. Или бетонные плиты довезем, перегрузим и на пятерке потянем. Тоже, кстати, как вариант, чтобы туда порожняком не валить. Проще дождаться бетонных плит или что у нас там. Так, по-моему, это наш поворот. Да. Давно мы тут не ездили. Но говна здесь не изменились. Лучше тут стать точно не может. Может только хуже. Так, ну, первую лужу преодолели без особых проблем. Особенно, если вывезла повышайка. Нет, не вывезла. Тяжело ползет. Бабах! На, просто! Христос воскрес! Нормально зарядил. Но там был вариант или пролетать, или потихонечку. Я решил пролетать. Ух ты, блин, а тут я проеду хоть? Да мы тут, по-моему, только на скаутах. Фига себе тут каменюка. Она и опрокинуть может. Хорошеньким ударом. Бабах.
Заехал, ладно. Прицеп не хочет ехать. А, то колеса не хотят ехать. Я тут уже прицеп обвинил во всех грехах. Так, я как обычно запарковался так, чтобы там никто проехать не мог, да? А чё не едет нифига? Будто топливо заканчивается, просто вот мощность теряет, да и все. И нифига не делает. Чпоньк, чпоньк. Ага, проезд оставил, ладно. Это хорошо. Полный пока что можно вырубить, чуть на заднем прокатиться 2 метра. И снова включить. Можно, в принципе, направо лупануть через те пенечки, если я попаду нормально. Так, а тут без тормозов можно или как? Но я тормозить не буду, повышайка у нас и так на скорости понижайки работает. По-моему, правее тут немножко где-то. Страшно, блин. Чё сдох-то снова? Кусты, зараза, держат меня. Замечательно. Так, ну нам, по-моему, немножечко дальше. Да. Дофига топлива уходит, если честно. Я там рассказывал вам сказки несколько серий назад, что нам на Анке топлива хватит на все, и той цистерночки на 500 литров или 300, сколько в ней. Я думаю, нифига не хватит. Расходы бешеные по топливу. А, блин, дорога же односторонняя это. Надо на понижаечке. Сейчас все равно урон пойдет слишком быстро. Нет. А тут бабах. На. 80. Какое? Переднее, правое. Где тут ремонт? У нас как раз колесо завалялось. Все. Нам не страшно. Так, вот здесь уже страшно будет. Хотя на Анке запасное колесо еще есть. Хотел сказать, тут такой след, будто кто-то проезжал, а потом вспомнил, что я на этой же машине тут и проезжал в обратную сторону. Так, тут у нас безопасно было здесь вроде как. Тоже чуть урон по подвеске не пошел, нормально так отпружинило. Так, и здесь налево. А, блин, кстати, скаут надо оставлять. Я уже забыл про него, что мы тот прицеп вдруг по миссии нужен будет. Тут я его собирался удалить. Ну, в смысле, тпхнуть обратно, он же пустой там весь стоит. Запаска только осталась, 6 колес или сколько. И все. Больше нифига нет. Сейчас, кстати, посмотрим, появится какая-то миссия или не появится. И прицеп этот пропадет или нам его подарят? Раз, два. Да, пропал прицепчик. Так. О, поставили как раз то барахло, которое привезли. Приятненько. Хоть что-то поставили, то, что мы привезли. Принять. И что теперь? Бочки с топливом. Я не знаю, куда их юзать, но когда-то, наверное, пригодятся. Когда-то. Ключевое слово. Так, наверное, нужно загрузить эти дрова к себе. Ой, в бочку попал как-то. Чтобы оно не валялось просто так. Замечательно. Так, распаковать, упаковать, восстановить, заглушить. Какие дальше у нас идеи по поводу происходящего? Миссии не появились, но, кстати, учитывая, как было с прошлой картой, то
Может, они и появились, но мы об этом не знаем. То есть здесь, ну, тут пока что все. Здесь у нас ничего и не было пока что. Так, а у нас тут из доступного у нас ржавеющая сталь. Кстати, вот бетонные блоки нам предлагают, надо хоть посмотреть, есть они тут вообще или нет. А, есть. Грузовой контейнер. Где производство? Фабрика металла. Ферма. Фабрика труб. Трубы не нужны. Магазин прицепов. Магазин прицепов. В смысле, у нас два магазина? Запчасти для машин у нас бесконечные в магазине прицепов валяются. Я только сейчас об этом узнаю. Я их таскал с собой просто так. Нормальный прикол. Ничего не скажешь, прикол отличный. Так. Тогда расклад какой у нас доступен? Так, это у нас что было? Ржавеющая сталь, бетонные блоки. Два штуки, да? Блин, а у нас-то экрана нет загрузить. Это все. У нас нет крана. А кран бы пригодился. Кран нам был бы нужен очень сильно. Ладно, что тогда дальше, если крана нет? А, ну там бревно и поезд. Бытовок нет. Вот просто запасные части в идеале было бы взять. И взять этот. О, а мы ж можем тпхнуть одну машину. Ненужную нафиг. Короче, тогда мы сейчас тпхнем вот это барахло. Единственное, что было бы неплохо, с него слить куда-то топливо. Куда мы можем быстро долететь? Быстро долететь мы, наверное, можем только до скаута и перелить все нафиг туда. Просто я бы перелил. Оно пригодится. Оно реально пригодится нам. Давайте, наверное, сейчас летим тогда к скауту. Переливаем топливо. Так, сейчас фриз будет снова. Переливаем топливо и этот. И тпхаем его назад. А, блин, да тут же это барахло еще. Ну, я его выгружу сейчас на ЖД-станции. Я его выгружу, чтобы оно не валялось. Я уже забыл про этот груз. Вот, и поедем вдвоем. Потому что, ну, чем-то нужно загрузить все это дело. А загрузить нечем. Я тогда возьму четверку. Возьмем то безобразие на колесах огромное. И этот грузовик. И поедем таким вот паровозиком. Ну, естественно, загрузим в этот грузовик эти, что там, бетонные плиты. Неважно, сколько там, одна будет или две плиты. Точнее, двухместные или одноместные плиты. Пофиг. Хотя... А, нет, нифига не хотя. Думал, если нужно еще куда-то, но там нужно миссии чекать, куда может пригодиться. На самом деле можно будет посмотреть. Ну-ка, ты пустая или нет? 900? Ого! Слушайте, погнали, притянем ее до этого. Вот сюда. Там от нее толку больше будет, я думаю. Я считаю, что вы со мной согласитесь. Ух ты, блин, на! Ой, пропал? Пропал знак. Я надеюсь, она не станет сейчас пустая от того, что сейчас с ней происходит. Я ж с ней максимально культурно обращаюсь, по-моему. Она мешает, кстати, нам ехать, жестко мешает. Своим кувырканием, трюками своими. Непонятными. Тяжеловатенько на подъем идет, но расход десятка вполне хороший.
такое ощущение, что этой канистры центра тяжести в принципе не существует. Она крутится просто как какая-то штука без веса. Наверное, можно автоматик немножко. Кстати, можно будет на скауте приехать и с этой канистрой ездить. Тоже хороший вариант. Так, все, вот тут она мешать нам не будет. Барахло это сейчас выгрузим сюда, под вагон куда-то. И все, и пусть лежит. Восстановить. Все, поехали. Сейчас перельем топливо в скаут. И тпхаемся на базу. Блин, дерево прямо не увидел. Хотел выехать сразу. Но я сейчас по камушкам и выйду по-быстрому. Все отлично. Ну как раз. Это все топливо уйдет туда в бак и нормально. Что за метка у меня стоит? На тачке на нашей или на чем там метка? Так, железочка. Залетаем. Так, я, пожалуй, по левой стороне поеду. А, нам по левой нужно. Просто на ровном месте отваливается подвеска. Так, заправить. Блин, много, ладно. Пересесть. Все, так-то гораздо лучше. Прости, мой друг. И чё, он не развалился там? А, не на понижайке. Думаю, назад не едет. Все, заглушить. Так, пересесть. Ой, ручник надо снять, точно. И вот ты ж понимаешь, что специально так не спустишься. А тут взял и спустился. И урон минимальный. Так, эвакуация принять. Я, наверное, сейчас на этой фигне тогда сгоняю за четверкой. А, нет, не сгоняю, сюда нельзя четверку прицепить. Потому что у нас кран есть. Так, тогда. Тогда, что мы делаем? А фиг знает, что нам делать. А, так мне просто отсюда выехать и все. Нам же все равно через гараж дубасить. Тогда все норм. Просто сейчас выйду, мы будем за собой его тащить. Все, заглушить. Так, эта штуковина. Давайте сейчас просто возьмем, что у нас есть. Быстрое, простое, вот анг, например. На нем сгоняю за прицепом. И все, и пофиг вообще. Бросим его, потом прицепим. Потому что на этой штуке мы будем ехать 15 лет за ним. Боже, такие колесики у Ванка.
мелкие, страшные. Ужас. Он хоть будет нормальный хоть или нет? Мы на стоковом, мне кажется, ни разу в жизни не ездили. Он так смешно выглядит в стоке. И жрет вообще 6 литров, серьезно? Он что, способен столько хавать? То есть не двадцатку на автомате, а 6 литров? Прикинь. Вон 8 хавает. Офигеть. Вот это экономная тачка. Крутяк, крутяк. Надо было коробку поставить скоростную, чтобы нормально дубасить на нем. С этим прицепом. Единственное, что мы четверку, получается, просто так притянем и никак ее пользоваться не будем. Хотя, может, где-то заюзаем, но я сомневаюсь в этом. Во-первых, это самый дебильный прицеп, во-вторых, а что с ним делать? С ним нечего делать. Блин, его, походу, придется на форде тянуть, потому что лесовозу не по пути будет тащить его дальше. В Western Star'ом тоже его нельзя зацепить, потому что рама короткая. Реально придется за фордяк цеплять. У нас же там как раз фордяк стоит. Да уж, весело будет. Сейчас я проверю сразу эти ремонтные части. Это точно не шутка. Запчасти для машин. Нет, это не шутка. Понятно. Можно было тогда, в принципе, с фермы их и не везти. Низкорамный прицеп с рампой. Купить. Боже. Это ж до чего я должен был докатиться, чтобы целенаправленно купить это дерьмо? Это, по-моему, уже клиника. С таким кататься. Барахлом. Направо только не опрокинься. Ух ты, блин. Страшно. И это еще нужно будет как-то довести все. Объезжаем грязьку. По-моему, тебе надо на четвертое, нет? На пятое прет, не хочет сбрасывать, ладно. Power Station. Прикольненько, конечно, так. На пофиг ездить. Едешь себе просто так. Нужно будет где-то надыбать бытовки. Бесплатные. Потому что через всю карту как-то не горю желанием их вести. Точнее, через все карты. Объездик. Подвеска сразу крепче стала с такими колесами. Так, наша погрузочка. Замечательно. Так. Круг почета, наверное, с этой стороны сделаем. Хотя по стрелочкам надо обратную делать. Но мы так делали в прошлый раз. Так что теперь можно и в эту сторону.
средние трубы. Ну, трубы я там не видел никакие на миссиях, поэтому я о них и не думаю. Нужны они нам, не нужны, пофиг. Дерево. Проехали. Отлично. Нифига себе, это он второй пытался что ли воткнуть и не смог? О, пошел на второй. Так, ну теперь главное это все не потерять. Потому что прицеп крайне неустойчивый и крайне дебильный. Прикиньте, сейчас такие подвезем, а нам скажут, а вы не можете прицепить такой прицеп к той машине. Это будет интересно так, конечно, выглядеть. Блин, а нам же еще нужна тачка с распуском. Черт возьми. Точно. Еще распуск нужен долбанный. Капец. А, подожди, че капец? А, нет. Да, все норм. Я на секунду задумался, такой думаю, а где нам брать длинные бревна, а потом вспомнил, что снизу справа. На карте можно их брать. Но... я думаю, что для распуска подойдет та тачка, которая у нас с короткими сейчас стоит на соседней карте. У нее вроде бы по расходу все норм было. Проходимость вроде хорошая. Поэтому я думаю, что под длинные будет то, что нужно. Открепить. Эвакуация принять. На стоянку карта местности. Кенворд. Поехали. Мы на нем вообще повернуть хоть куда-то сможем? Я думаю, что мне проще отсюда задом выехать. Я там фиг развернусь на нем. Столб еще так поставили, чтобы максимально мешал. И въезду, и выезду. Два в одном. Да. Все равно придется в пару подходов. Главное, чтобы зацепил. Иначе будет обидно. Зацепил, отлично. Так. Но полный, наверное, все-таки нужно врубать. Да? Или не нужно полный врубать? Может, ему и так хватит дури? Пересесть, пересесть. Движок запускаем. Так, миссию сейчас. Бетонные что там? Плиты, не плиты? Или плитка, или плиты? Бетонные блоки. Да, значит, это двухместная фигня. 100%. Бетонные блоки. Все, поехали. Серьезно? Я его с места не могу сдвинуть. Это норм? Да, ну чё, ручник работал, так он же должен сам вырубаться. Прикол. Так, ладно, движок надо подрубить, а то у нас топлива не хватит. Ехать столько. В таком режиме. Хотя это, по идее, наша максимальная скорость сейчас. Быстрее ехать мы не сможем уже.
Ну, толкать, может, будешь. Ну, уж без полного, да, я его оставил? Я уже забыл. Да, без полного вроде. Потому что расход фиг его знает, какой у него там. Чтоб топлива хватало нам на развозку. Я, кстати, посчитал бревна эти, 6 штук нам нужно. Коротеньких. Поэтому возить придется их нормально так. Ну, точнее, возить нормально. Загрузить придется их нормально. Единственное, что задолбаемся разгружать, загружать туда-сюда. Это, конечно, будет минус, потому что такую кучу дров там туда-сюда лепить. Это ужас. Так, возьму правее. Чтобы корни эти не зацепить. Сейчас прицепом зацепим. И жопа ему будет. Надеюсь, проедет. Проехал вроде. Но все ящики на месте, значит, все отлично. Уже минус 40 этик. Отталкивает еще вдобавок. Так, ну я буду по центру пытаться как-то ехать. То с этими ямами, чтобы прицеп не завалился. Задолбаюсь грузить их. 4 штуки эти ящика. Так, ладно. Вот так вот будем ехать. А он подсел хорошо. Или потому что я понижайку врубил? Или фиг его знает. Ну, прям ощутимо. Хотя задние газуют на все. Никто ж не обидится, что запчасти все мокрые приедут. Норм. Так, бетонные блоки. Раз, два. Так, поехали. Вот он начинает уже утонуть в говне. Нужно ехать. Вот можно пока что, наверное, на заднем пытаться. Не вырулил. Так, что на повышайке пока что пробуем, раз он подталкивает нас. Но в целом нормально идем, вообще без проблем. До переходика уже немножко осталось, а на переходе уже будет видно, что нам делать. Кстати, можно... А, нет, нельзя. Хотел сказать, можно будет на этой фигне отвезти, потом вспомнил, что этот еще прицеп там долбанный. Хотел, по идее, просто затянуть, и оно сработает. Наверное, можно все-таки. Можем реально на этот грузануть.
те две деревяхи и все, и поехать. Должно вроде всего нам хватить. Главное поехать по нормальной дороге, а не как мы ездили. Чтобы без таких же приключений. Так, ну замечательно, все с нами. Все отлично. Фордяк тогда будет тащить это барахло. Лесовоз поедет за дровами, а мы поедем с бетонными этими блоками, поедем дальше. Я думаю, там по прямой можно будет уже вырубить. Ну, точнее, когда на асфальт выйдем, можно будет вырубить движок ему, чтобы так тянуть его накатом уже. Так, тут я поеду прямо, хоть тут и канавка есть, но... Ого! Так, главное, чтобы прицеп нормально там держался. Норм? Фига себе. Ого, вроде как норм. Но выглядело не очень. Так, металл, рулоны, по-моему, не нужны. Все, полный вырубаем. Попробую движок ему потушить. Ну, расход не поменялся, накатиком нормально идем. Тянет пока что. Подальше, думаю, нужно немножко взять трос. То он натягивает, может жопу приподнимает, фиг его знает. Кустик так торчит странно, да? Под углом. Наконец-то мы добрались. Надеюсь, он сейчас не напишет, что с таким длинным автомобилем могут быть проблемы с переходом. Хотя, скорее всего, напишет. Я не удивлюсь. Переходик, Overall Hills, и что мы сейчас увидим? Ну, стандартная картина. Я сейчас немножко оттяну просто от этой фигни. Вот это рывок мощный, конечно. А чё не тянет? Снова? Не хочет. Не, потянул на понижайке хотя бы. Так, все. Все, все, все. Ну что, народ, думаю, что на этом закончим нашу серию. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на мой канал. Все ссылки будут в описании под роликом. Ну а с вами был Алекс Фреш, и всем пока-пока.